Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы проведем краш-тест нового телефона Land Rover 8. Сделаем видеосъемку под водой, чтобы вы могли убедиться в качестве камеры. Ну и для наглядности запечатлим под водой Mana 18. Поехали. Сейчас включим видеозапись. Съемка продолжается, камера запотевшая, можно хорошо это видеть по качеству изображения. Останавливаем видеосъемку, и эту видеосъемку вы тоже сможете увидеть в этом же видео. Mana 18 тоже, видите, работает после воды. Мокрые руки не совсем точно. На мокрые руки не совсем точно реагирует. Экран, ну это в принципе нормальный телефон. На этом прощаемся, дорогие друзья. Всего доброго, до свидания.